Здравствуйте. Вы Алена на кухне? Приготовим сегодня пирожки с рыбой. Жареные и духовые. Пирожочки с рыбным фаршем. Готовим. Что мне надо? 100 грамм маргарина. Положу 3 столовые ложки растительного масла без запаха. Пол-литра молока. Маленькие 3 яйца. 100 грамм сахара, чайная ложка соли, 15 грамм дрожжей сухих. Выливаем воду, высыпаем дрожжи, высыпаем сахар, перемешиваем, даем дрожжам начать работать немножко, минут 5 они начнут тут булькать. Пока растопим маргарин, перемешаем наши яйца. Яйца в тарелочку отдельно, чтобы потом они гонялись вместе с дрожжами. Разобью сейчас. Чайная ложка соли. На заднем фоне у нас грыта чавкает, если слышите тарахтение миски. Чтобы не гоняться потом за дрожжами с яйцами в миске. Перемешали. Растительное масло. 3 столовые ложечки. Сейчас наши дрожжи заиграют. И мы воссоединим яйца с дрожжами. Наши бульбочки пошли. Вливаем яйца. Хоть наши пирожки рыбные, решила положить ванильку, чтобы тесто было пушистым. Наш маргарин растопленный. И вводим муку потихонечку. У меня есть килограмм муки. Половинку сейчас добавим. Перемешаем ложечкой. Потом будем смотреть, сколько нам надо добавлять. Перемешали, будем нашу оставшуюся муку. На муке недостаточно. Высыпаем на стол. И вводим муку. Сколько буду вводить еще, я вам потом скажу. Я еще насыпала стакан муки. Столько у меня со стакана муки осталось. Все, смазываем миску маслечком немножко. И оставляем здесь наше тесто отдыхать. Пока тесто наше будет отдыхать, будем готовить фарш. Накрываем кулечком и оставляем на подходе. Пока наше тесто отдыхает, мы сделаем фарш. 5 яиц отварим, лук обжарим. У меня такой фарш. Фарш хека. Здесь в тубе 0,5 кило. Потом вместе с луком пережарим. И отварим яйца, добавим в фарш.
Обжариваем, солим, перчим. Перемешиваем наш рыбный фарш пережаренный. Яички покрошенные. Перемешиваем. Солите, перчите, как вам хочется. Какие любите приправы, добавляйте. Наш фарш готов. Вот, смотрите. Я пока в Ютубе, наше тесто подросло. Все, выкладываем его на стол. И разделываем на порции. Муку больше не добавляем, только масло растительное. А теперь его мы подкатываем и оставляем наши колбочки подходить немножко. Итак, все мы подкатываем. Подкатали наши булочки. Немножко сейчас подойдут, накроем их пленочкой. Они будут подходить. Берем нашу булочку. Ручками ее, начиночку. И формируем пирожочек. Закусили, положили и на противень. Мы сделаем духовые и сделаем жареные. Вот налепили наши пирожочки, оставляем их на противне, уже подходят. И в духовочку на 180 градусов 20 минут на готовности. А для жареных мы просто их оставим на столе подходить. Отойдут, наше масло нагреется. И будем наши жарить пирожочки с рыбой, рыбным фаршем. И оставляем на столе подходить. Казанок налили маслечко, грамм 200, наверное, стакан. Разогреваем хорошо и ложим наши подошедшие пирожочки. Все, наши пирожочки готовы. На бумажное полотенце и дальше жарим. Немножко масла растопила и смазываю наши пирожочки духовые с рыбкой маслом. Укроп порезала мелко, перетерла солькой и присыпаю. Так, и наши пирожочки красавчики. Вот и готовы наши рыбные пирожки, жареные и духовые. Что у нас получилось? Хрустящие такие пирожочки с рыбой. Жареные и духовые. Ой, опа, парят. Всем приятного аппетита!